Остановились на молитву после города Ачинска, в сторону Красноярска. Становитесь рядом. И смотрите, где я кланяюсь, старайтесь в этом месте кланяться. Не, не абы как. Сейчас подальше. Так, чтобы машины тебя не видели, как на концерте на каком-то стоим. Не молитва, а показывает. Он встанет с этой стороны. С этой стороны, чтобы тебе было машины сзади, все машины будут. Мы тоже молимся, они показывают, как занимаются. Все. Игорь, я прошу тебя, не умничай глупостью, беспросветной. Я сказал, что был видно, трассу было, идут машины. И вон та вышка, сними ее, чтобы все было видно. А глазами как пути по сторонам. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти души наши. Святые посетители, святые немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днюс, и остави нам долги наши. И избави нас от лукавого, и Твое царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Аллилуйя! Слава Вышний Богу на земле, мир человека благоволение. Аллилуйя! Вся земля полна славы Твоей красоты, которую Ты отрезил людей, чтобы они славили Тебя. Аминь! Благодарю Тебя за день, когда Ты дал славу Твою святую.
Благослови тех, с которыми мы встречались только что. Если на правду, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас, святителю Христов Николы, прибуди с нами. Дары нам Господи, защиту во имя Господа нашего Иисуса Христа от всех посягающих на нашу жизнь. Господи Боже наш, слава Тебе! Аллилуйя! Святые пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агея, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, пророк Михей. Молите Бога о нас, да помилует Господь, исполнит нас благодати Духа Святого, дабы день пришествия Твоего не застал нас не готовыми, но вышли со светильниками горящими на встречу Богу. Боже наш, слава Тебе, всемогущий, хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение, аллилуйя. Первоверховный Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас, да помилует и спасет Господь души наши. Аллилуйя! На ту сторону повернемся, ему удобнее будет. Сюда, лицом. Святые мученики и мученицы, молите Бога о нас. Игнатий Богоносец, Поликарп Минский, Сим Философ, Косма и Дамиян, Андрей Сарфилат, Мирон Мученик, Дмитрий Георгий Капитоносец, Пальфилимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир Нанимин Иосиф, молите Бога о нас, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста на правую руку или на чело. Аллилуйя! Укрепи детей, Господи, дай Ружеру, Ильи, Терентию, Никите. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирия, Афонин, Натарий, Натарий, Сергий Радонский, Стефан Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский. Молите Бога о нас, да помилует и спасет Господь души наши. Аллилуйя! Господи, Боже наш, слава Тебе, Боже, слушай. Варвара Екатерина, говорит, это же Ирина, он говорит, это же Ирина.
по реке Бога, дарует Господь послушание, молчание, целомудренность, любви, жены и дела. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Во славу Божию. Вот и все. Обзвонились уже все. Ай! Все звонили телефоны, Молодец, ураган!